Всем привет, с вами Сазон. Снова я, но думаю, вы уже привыкли, по-любому соскучились, наверное, за выпуск. Целый выпуск у меня не был, а куча сообщений, куча комментариев. Мне можно будет отдохнуть просто, но разрешите, что вы там, каждый укладывает, что ли, для вас спать? Дайте отдохнуть, поесть, блядь, отдохнуть, там, улететь, спортом позаниматься отдельно. Ради вас, блядь, пришел снова, ребята, у меня будет астероид. Ну, надеюсь, он возьмет с собой пару батончиков перед боем, потому что без них он точно со мной не справится. Надеюсь, он будет хорошо дышать, как он уверяет всех, то, что он вообще не выдыхается. Мы это проверим до примерно на втором раунде. Кто знает, тот знает. Ну что ж, заскочил к вам на тусу на свои любимые 2-3 минуты. Все вы понимаете, о чем я, посмотрим, что это получится. Все кричат мне то, что меня, блядь, вырубят, уложат спать, отключат, угомонят, поставят на место ровно на первой минуте, там с первой секунды, в первом раунде. Ребят, ну все вы любите базар, все мы любим слухи, все мы любим эту клоунаду. Потому что смотрим на этих ребят, ну что они себе представляют, там, кое-как там выживают, вертятся, ничего, никакой там доминации у них там нет. Посмотрим, что получится в этот раз, так что первому и второму я ничего желать не буду. Мы с вами увидимся лично, так что добро пожаловать, наслаждайтесь. Лучше красиво делать, чем красиво говорить. Это Рустам Астероид. Погнали. Теперь наша 14-я пара. Ее открывает любимец публики, который вернулся по просьбе всех комментаторов и наших зрителей. Это Сазонов Андрей по прозвищу Сазон из города Москвы. Игроком регбийного клуба «Слава». Его база — это регби и уличные бои. Он никогда ранее не занимался единоборствами до того, как пришел к нам. Тем не менее, он уже успел сделать себе рекорд нашей организации 2-0. Его вес 86 килограмм, ему 22 года. Один из самых харизматичных бойцов нашей организации. Давайте поприветствуем и поддержим его. Сейчас мы посмотрим, кому Сазон решил бросить вызов в своем возвращении. А он выбрал нашего самого фактурного и мускулистого бойца, а именно Рустам Мухетдинов по прозвищу Астероид, который представляет город Люберцы. Рустам является чемпионом стрелки в тяжелом весе. У него не было там ни одного поражения. И имеет более 3 миллионов просмотров на своем дебюте в нашей организации. Обладатель рекорда 1 победа и 1 поражение, весом 93 килограмма, ему 26 лет. И сегодня он намерен пройти Сазона. Давайте поддержим бойцов! Где Джефф?
Yeah!
Oh!
Тишина! В этом опять претендующим на бонус в сегодняшнем бою, наверное, одном из самых зарубившихся, победу одержал Мухиддинов Рустам по прозвищу Астероид. Сейчас подойду. Сазонов Андрей, ты в точности практически повторяешь мой путь, который когда-то я делал в этих единоборствах из регби. Я тоже хорошо начал, и в третьем бою мне сломали рожу. Я видел, что тебе было тяжело, но надо идти до конца. Что ты сам можешь сказать по поводу своего сегодняшнего выступления и что ты испытал? Я думаю, эти ощущения новые в твоей жизни, которые сейчас появились, тебе было... Заебись. Ну ладно, я говорю. Короче, всем тем, блядь, кто думает, что меня уронит в первом раунде, хуй вам. Всем, блядь. Поголовно. Здесь есть люди, которые говорят обо мне. Вам тоже хуй. Я о вас не говорю. Вы мне совершенно не интересны. О, у меня есть незавершенное дело. Есть один человечек по имени Шахбулат. Решит спуститься ко мне, который потерпел поражение. Давай, я тебя жду. Я знаю, ты любишь болтать языком. Но я тебя здесь проучу. В целом, хочу сказать всем огромное спасибо. Кто меня поддержит, болеет, да всем вообще похуй. А оппоненту Рустам. Бля, парень заряженный, реально бантончики хуярит, походу. Теперь реально, бля, респект вообще. Вот этот реально джиггернаут. О, ну, а тебе, друг мой. Спасибо за возможность. Спасибо, спасибо, да. Еще там есть человечек, который чирикает при меня. Дядя, где еще далеко. Там он улыбается, смотрит. Ну, все мы знаем. Не, у меня
У меня дело с Шахбулатом не закончено. Да, после Шахбулата ты, а потом сучка моя, Данте Уайлер, чемпион мира. Я слышал то, что в 20 лет пошел в зал. У меня такое же начало. Все, увидимся, ребят. Всем хороший вечер. Молодец. Я считаю, что твой регбийный клуб должен гордиться тем, что ты представляешь их на нашей арене. Ты молодец, ты красава. Все игроки, с которыми я общался, ждали, когда ты пройдешь крещение с серьезным соперником и побываешь в тяжелом бою. Сейчас, я думаю, это произошло. И респекта будет только больше. Молодец. Ты красавчик. Спасибо. Молодец. Мухиддинов Рустам. Сейчас, прежде чем я дам тебе слово, я расскажу, мало кто знает. Ребята попросили особый бонус на свой поединок. Каждый из них выбрал раунд, в котором он уронит соперника. Рустам выбрал первый, этим можно объяснить его напор на первых этапах. А Сазон выбирал второй. В целом, у тебя была большая претензия к Андрею, потому что тебе казалось, что он не считает тебя за серьезного оппонента и смотрит за твою спину, и ты намеревался доказать ему, что он ошибается. Я считаю, у тебя сегодня это получилось. Ты молодец. О, что ты можешь сказать, красава? Я хотел закончить в первом раунде, да, он прав, но у меня этого не получилось, поэтому я недоволен своим выступлением, как это уже стало традицией. Вот. А в целом, битва мне понравилась. А я думаю, мы показали достойный с ним бой и смогли порадовать публику. Вот. Спасибо. Спасибо, Даня. Спасибо вам и рефери. Нет, еще. Самое важное моей команде, кто со мной сегодня, и те, кто приехать не смог, кто поддерживал меня, вам огромное спасибо. Ты красава, Рустам. Ты действительно молодец. Ты по традиции, конечно, недоволен своими выступлениями, но я считаю, что сегодня был лучший твой бой, который ты пока что проводил, который я видел. Ты молодец. Есть куда расти, но ты очень хорошо отражаешь свою философию, что что бы ни было, как бы ты ни падал, что ты должен обязательно встать и идти дальше. Ты молодец. Сегодня ты доказал всем хейтерам и не только, кто в тебя не верил, что у тебя все еще впереди. Красава. Мухиддинов Рустам по прозвищу Астероид.